А в шахматной школе имени международного гроссмейстера Джакая Джакаева исполнилось 5 лет. Для юных любителей древней игры матчевая встреча, посвященная своеобразному юбилею, переросла в настоящий праздник, на котором побывал и наш спортивный корреспондент Тан Шугом. Мы его сейчас съем. Как? Он на тебя напал, не видишь? Общеизвестно, что у детей, которые учатся играть в шахматы, развивается логическое мышление, а их интеллект, кажется, становится не по годам взрослым. Матчевая встреча между командами «Орел» и «Амурский тигр» за черно-белыми досками напоминала настоящее полевое сражение, где своими воинами руководили юные полководцы. Если ты что-то пойдешь, то я съем. Для нас первый, можно сказать, юбилей, 5 лет нашей школе. В октябре 2011 года школа Джакаева открыла свои двери для всех ребятишек нашего города, кто желает заниматься, работать над своим интеллектуальным развитием, над своим логическим мышлением, кто хочет научиться играть в шахматы. Первые успехи к шахматной школе международного гроссмейстера Джакая Джакаева пришлись именно к 5-летнему юбилею. Для такой науки, как шахматы, срок очень даже небольшой. Ее воспитанники, каспичанин Адам Магомедов и махачкалинка Айна Мансимова, заняли, соответственно, первое и второе место на первенстве Дагестана. Я рада, что сыграла. Соперники у меня были из разных городов и сел. С некоторыми я подружилась. После матчевой встречи все ее участники смогли потанцевать со сказочным миньоном. А венчал красочный праздник сладкий десерт, торт с шоколадными фигурами и черно-белой доской. Тан Шугом, Руслан Гаджиев, Рамазан Омаров. Время новостей.